Добрый день, с вами Юлия Бахтина. И сегодня у нас тема, касающаяся продвижения. Как лучше и быстрее заявить о себе миру? Как лучше, или вернее, что лучше использовать для того, чтобы больше людей узнали о вас? Пусть это будут ваши друзья, может быть, это будут ваши клиенты, а может быть, это будет весь мир. И на данный момент самым лучшим заявлением о себе является интернет. Он доступен везде, в него очень легко войти и использовать, и на самом деле очень много людей им пользуются. И одним из моментов – это использование социальных сетей. Если вы до сих пор еще их не используете и хотите продвигаться, и хотите, чтобы о вас узнало как можно больше людей, то, соответственно, вам необходимо завести аккаунты в соцсетях. Какую соцсеть вы выберете, это ваше решение, в зависимости от того, где вы живете, в зависимости от того, в чем вы разобрались. Вот, но на самом деле, чем больше социальных сетей вы используете, тем больше людей будут узнавать о вас. Следующий канал, который тоже замечательно использовать, это канал YouTube, потому что видео на данный момент, оно играет огромную роль. Люди хотят смотреть. Люди хотят экшена, люди хотят интересных картинок. Вот. И поэтому вы сможете научиться делать красивые видеорепортажи, интересные для ваших зрителей, и, соответственно, размещать это в канал YouTube, и таким образом продвигать себя. И кто знает, возможно, вы уже сейчас думаете о том, чтобы сделать свой личный бренд, а может быть, это придет со временем, когда вы наработаете навыки, выступления, навыки съемки видео и продвижение себя в интернете. Если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, здесь под моим видео. Возможно, у вас будут комментарии. Ну, а если вам понравилось мое видео и была интересная тема, то ставьте лайк. Всего вам наилучшего и до скорых встреч!